Там, где много соли, там светящийся стол, там могут давать коктейли. Да, а еще там много-много игрушек, наверное. Привет, ребята. Мы дошли до соляной пещеры. Пошли с вами. Сейчас мы... Вот он, вход. Пещеры. Вот сколько здесь соли. Навалом. Тут даже в уголочке можно взять. Сейчас вам принесу железного человека, лопаты. И еще тут много-много игрушек. Короче, вот так есть даже. Вы поняли. А это световой стол, на котором можно делать рисунки. Сейчас в соляной пещере проходит конкурс даже рисунков на столе. Вот можно попробовать нарисовать какой-нибудь рисунок здесь и поучаствовать в конкурсе. Вот какая можно земля, как будто тут звезды какие-то. Все что угодно можно. Давай, рисуй, пробуй. Короче. Сначала вот так вот, потом вот так вот, вот так вот. Потом вот даже так можно создавать какие-то истории интересные, снимать мультфильмы даже можно с помощью такого светового стола. О, это медвежонок. Мишка Фредди. Во, как здорово у тебя получилось. Давай я покажу вот так вот. Точно похоже на Фредди. Так, ну пока вот нам принесли кислородные коктейли, и пока кислород из них не убежал, надо их пить срочно. Савелий очень любит эту пенку. Сначала их можно есть ложечкой, а потом пить. Потому что через трубочку они как-то плохо, наверное, пьются, да? Вот. Нам такая тут красивая атмосфера сказочная. Удивительно. Тут даже дышится, чувствуешь вот на языке вкус соли. Прямо аж дышится по-другому, да? Очень интересно. Тут все соли. А можно хмель, которая к нам сейчас шла? Я ей хочу сказать, что рисунок уже нарисовала. Ну подожди, мы сейчас еще тут побудем, а потом я сфотографирую твой рисунок, и мы потом его покажем. Тут можно нарисовать много-много рисунков и пофотографировать их. Все, я ставлю на выключение, да, камеру?